Укрпочта решила удивить и порадовать украинцев необычным сервисом. Так всего за 20 гривен доставку от двери до двери может осуществить самый настоящий Дед Мороз. Кроме этого, в Николаеве специально к новогодним праздникам второй год подряд совместно с городской властью проводят утренник для детей-сирот и для малышей из неблагополучных семей. И здесь же состоялось уникальное спецгашение конверта и марки новогодней тематики. Чем уникально это спецгашение, это тем, что тираж этой марки, он ограничен. То есть по старой традиции мы отдаем один экземпляр на хранение в музей старофлотских казарм, все остальные мы представляют филателистическую ценность. Эта марка приурочена, их 26 всего штук выпущено, она приурочена к Новому году. Мы здесь собрали 55 деток, это детки неблагополучных семей, детки-сироты. Знаете, чтобы было такое новогоднее настроение, вам всем было хорошо, весело. Анна Званецкая, Руслан Чернялис, МСН Дайджест.